Чего полицейского знаешь? Мы все-таки их победили. Мы будем почаще выезжать и выявлять вот таких вот... Доброе утро. Здравствуйте. Патрульная полиция. Почему ремня безопасности? Как вас зовут? Валентин Юрьевич. Валентин Юрьевич, я не пристегиваюсь принципиально. Одни принципиально ездят на красный, вторые принципиально не пристегиваются. Не, я не пристегиваюсь, потому что меня это спасло жизнь когда-то. Ну смотрите, у нас же правовое государство, правильно? Да. У нас есть правила, и нельзя ни влево, ни вправо от них отходить. Ну вы же хотите обеспечить это, безопасность дорожного движения. Ну правила, они же придуманы не мной, правильно? Правильно. Я их сам не придумывал. А я слежу. За безопасностью дорожного движения, правильно? Я слежу, чтобы никто не нарушал правила дорожного движения. Ну, я не нарушаю. Вот в чем задача моя стоит. Следить за безопасностью дорожного движения. Будем привлекать? Не, я вам задал вопрос, почему? Вы мне ответили, давайте теперь посмотрим ваши документы, водительское свидетельство о регистрации. Для чего? Проверим, согласно пункту 2.1, правил дорожного движения. Все ж. Согласно пункту 2.1.2.4, я обязан вам предъявить на законную вымогу. Да, на законную вымогу. Так как сейчас, согласно статье 35 закона Украины про национальную полицию, а именно причина остановки вашей, она есть законной, потому что вы нарушили правила дорожного движения. Согласно какого пункта? 35 статьи. Нарушение правил дорожного движения. Согласно первого пункта? Да, нарушение правил дорожного движения. Нарушение правил дорожного движения – это оконченное событие. То есть в отношении меня должно быть составлено постановление, либо решение суда. Ну, согласны? Вы же еще не рассмотрели дело, а уже меня обвиняете, что я нарушитель. Вы же будете рассматривать дело. А рассматривать дело с целью того, что выявить, нарушитель я или нет. Правильно? Если я нарушитель, тогда составить постановление. Если нет, тогда... Я поеду дальше, правильно? Значит, я увидел нарушение, но это нарушение правил дорожного движения. Ну, может, у вас есть наявная подстава вважати, что я порушил? Есть наявная. Вот, но это ж третий пункт, а не первый. Согласны со мной? Я могу трактовать это как и первый. Нет, не имеете права даже. Я особая карадзе, да, есть право. Вы... Все нормально, сели, поехали дальше, никто никому... Вы перед тем, как меня обвинить нарушителем, вы должны рассмотреть дело, сибично рассмотреть дело. А потом меня уже обвинить постановлением, вынесенным постановлением. Я вам говорю, что я принципиально, я не нарушаю тем, что я не пристегиваюсь. Почему вы не нарушаете? Потому что есть, как сказать, есть моменты, когда можно не пристегиваться. Какие моменты? Я вам скажу, есть моменты, какие можно не пристегивать. А ну? Противникам оперативных служб. Не являюсь. Я инвалидом являюсь. Являетесь инвалидом? Да. Какой группы? Другой. У вас есть подтверждение? Есть. Показать? Да. Будь ласка. Читай. Другую загальную группу. Видите, а вы меня уже обвинили по первому пункту. Значит, я не нарушитель, я имею право не пристегиваться. Вы же этого мне не объяснили. Я должен вас выслушать и принять к сведению, правильно? Вы понимаете, как вас еще раз зовут? Валентин Юрьевич. Валентин Юрьевич, вы вот меня остановили и сказали, я вас остановил по первому пункту. Первый пункт гласит о том, что якщо водій порушив правила дорожнього руху, якщо водій порушив, то есть закончил, порушил. Ну я-то еще не порушил. Я ж не порушу ничего тем, что я не пристегиваюсь. Я вам сразу сказал, я принципиально не пристегиваюсь. Я во-первых, являюсь инвалидом, что мне разрешено этим. А во-вторых, я считаю, что меня жизнь спасло. Меня в прошлом жизнь спасло то, что я не был пристегнутый. Всего, всего доброго, будьте внимательны. Спасибо вам, хорошей службы. Терпилу развести красиво, если тебя разводит. Дерзкий майор, устремив наглый взор, и пи***т, мол, ты бал светофор. Если чё, город ха, поможет ВАДОС и надзор.
у мусору попадут. Если в деле в аду будет замес незаконный.